Обои – это настроение, с которым вас будет встречать родной дом. Сочетание разных обоев в интерьере сегодня могут себе позволить даже те, кто никогда не замечал за собой талантов дизайнера. Достаточно знать простые правила, какой цвет обоев сочетается с теми или иными оттенками. Для этого производители специально разрабатывают свои коллекции таким образом, что среди широкого спектра декоративных обоев можно выбрать 2 или 3 вида, идеально подходящих друг другу. Комбинировать можно не только цвета, но и фактуры. Например, с плиткой, стеновыми панелями и фотообоями. Чтобы самостоятельно правильно подобрать сочетание обоев, нужно использовать цветовое колесо. Например, для создания мягкого интерьера соедините соседние цвета. Например, зеленый, желтый и пастельный. Ну а если вы мечтаете о ярком и активном интерьере, тогда смело сочетайте противоположные цвета круга. Удачного вам ремонта! Еще одним счастливым козлчанином стало больше. Сегодня вновь состоялся радиоквест «Замес майонез», где участники искали спрятанные в городе сертификаты на 2 ужина от банкетного зала «Аристократ». Чтобы понять, где ведущие радио на этот раз спрятали приз, нужно разгадать зашифрованное в загадке место. Важно первым туда добраться и сказать оператору кодовую фразу квеста. Сегодня первым был козлчанин Алексей. Кстати, добираться до приза ему пришлось долго. «Замес майонез». Ваш сертификат. Спасибо. Ну и пожелания радиослушателям. Играйте, выигрывайте. Еще 2 сертификата в ресторан банкетного зала «Аристократ» будут вновь спрятаны в городе завтра. Слушайте радио «Голос Азии» ежедневно по будням в 13 часов и участвуйте в квесте «Замес майонез».